Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами рубрика «Афиша». Представляем вашему вниманию новости культурной жизни курортного района на предстоящую неделю. Отдыхаем интересно и будь всегда в курсе событий. Marvel расширяет свою киновселенную и отправляется за очередной порцией героических приключений на африканский континент. И пока сильный король жив, противники сидят ниже воды, тише травы. Ну вот, королевство под угрозой, а за спиной принца стоит сильная национальная гвардия. Но противники тоже сильны. Итог схватки предугадать невозможно, но наверняка это будет один из самых лучших фильмов про супергероев и потрясающая схватка. Смотрите в кинотеатре «Курортный» на площади Свободы, дом 1, фантастический боевик «Черная пантера». Категория 16+, и приятного просмотра. Зеленогорская библиотека по адресу проспект Ленина, дом 25, подготовила очередной подарок для любителей краеведческой литературы. 27 февраля состоится презентация двух сборников издательства «Остров» Михаила Костоломова и Леонида Амирханова. Презентацию будет вести один из авторов, Леонид Ильясович. Начало в 17 часов, вход свободный, категория 12+. И обращаю ваше внимание, что на мероприятии вы сможете приобрести книгу с подписью самого автора. Приходите. 3 марта в библиотеке имени Михаила Зощенко по адресу улица Токарева, дом 7, театр-студия «Кум-Куат» представит спектакль по произведениям Веры Полосковой. Адресат не указан. Спектакль, где не будет ни одного слова в прозе и ни одного слова зря. Это спектакль о любви и ее проявлениях, влюбленности и страсти, встречах и разочарованиях, предательстве и самопожертвовании. Начало 18 часов. Билеты можно взять в самой библиотеке бесплатно или забронировать по телефону. 434-65-41. Категория 16+. Приходите. Еще один подарок к 8 марта подготовили популярные детские творческие коллективы курортного района. Это танцевальная студия «Светлячки» и вокальная студия «Незабудки». 4 марта они приглашают всех желающих в СКК парка «Дубки» на свой концерт с названием «Мелодия весны», где порадует вас своими волшебными песнями и танцами. Начало в 15 часов, вход свободный, категория 0+. Приходите порадоваться детским творчеством. А у нас все. С вами была рубрика «Афиша». И я ее ведущая, Ольга Леницкая. До встречи через неделю. Пока-пока.